Здорово, мужики! Рабочая классика, ножи универсал вашему вниманию из наличия. Снимаю на улице, возможно, пойдет снежок или подует ветер. Не пугаемся, а лучше смотрим ножи. Клинки. Кованая сталь H12MF. Спуски на обоих ножах от обуха с легкой вогнутой линзой. То есть резачки все правильно. Рукоятка на этом ноже классического черного цвета из граба. Ставка кориан. Искусственный камень. Наборный больстер латунь G10 проставки. Темляк с каждым ножом будет из паракорда с бусиной. Рукояти пропитаны, как всегда, маслом Даниш. Это первый нож. Пожалуйста. Второй нож. По клинку все аналогично, абсолютно то же самое. H12MF с легкой линзой. Здесь рукоять карельская береза. Как говорится, это ее натуральный цвет, как говорили в одном фильме. Больстер также наборный латунь G10. На момент публикации, друзья, оба ножа в наличии. 3900. Что этот. Стоимость любого ножа. Размеры, друзья. Общая длина 258. Длина клинка 130. 29 ширина, обух 3,3. Хороший рабочий размер. Действительно, ножи универсалы. Пожалуйста, вот такие два красавчика. Естественно, как всегда, будут с ножнами. Кожа, теснение. Прошиты, проклепаны два подвеса. И вот так сидят в ножнах.